Той дав гдебик, блядь. Как это нахуй ноль зрителей, блядь? Вчера было больше. Окей, да. Я кого рад, ебалки, что за лепот? Ахуе! Эй, где нахуй, блядь? Погоди, вот это рад. Сейчас я приду, дайте мне. Здорово. О, здорово. Привет. Что же я могу сказать? Мне на все похуй. Я теперь другой. Мне похуй на все. Ясно? А если так схвачу вас нахуй за член? И сдавлю вот так сильно. Ладно, оторвал. Я сегодня крайне добрый и позитивный стример Давганосик. Во мне течет или текет сегодня крайне позитивная, только позитивная энергия. Мне снилось сегодня 9 часов, только одна фраза, все го, хорошее го, повторялось на репите. Я сегодня реально добрый, позитивный и хороший стример Давганосик. А кто против, тот сдохнет нахуй. Я лично. Я... О, Туфатмен, уши открывать можно? Ага, красавчик, ждал. Панчлайн длиною в сутки. Макс, пиццу. Сначала пиццы пойдут девушкам. Надо разобраться, когда, до 8 марта? Да, наверное, до. Наверное, на этих выходных сделаем гивуэй, раздачу пиццы. Опять трусы менять надо будет. Да придется. Сейчас пока не меняй, посмотрим, страшно или нет. Зачем Дэна подставил? Никак его не подставлял, никогда бы я так не сделал. Когда раздача подписок? Джеза, тоже на этой неделе будет. Привет, Максим, ты какал сегодня? Тоже на этой неделе будет. А призовые победителям? Ну, там уже может быть 2 недели. Угу. Подари мне на 8 марта венерическое заболевание. Это не ко мне. Это тебе в проституточную. Я никакой не в заложниках, я просто очень добрый и позитивный сегодня. Что там с музыкой? Чё она такая громкая? Может, мне не постримить недельку, а то мы что-то, по-моему, каждый день видимся, уже я вам надоел, пиздец. Каждый день я подрубаю, вы уже мою морду не можете видеть. Зачем я вам нахуй нужен? Надо хоть соскучиться хоть немного. Смени аву, заебало. Бля, больше всего я боялся увидеть вот это сообщение. Больше всего я боялся, что кто-то скажет, что его заебал медведь. Нет. Мистер Забул, пошел нахуй со стрима. Ясненько тебе, ясненько? Когда кушать будешь. Джеза, уже все сделано. Перда и, как говорится... Всем привет. Я, короче, не буду долго вафлить. Я просто возьму и начну играть в игру. А вот это уже интересно. Possible epileptic seizures associated with increased sensitivity to light. Some people, the game use stereo sound. We recommended using headphones for the atmosphere. I'm using my beloved headphones with one working headset side. Oh, fucking Russian, I love it. Yes, русский. Короче, это игра из разряда тех, которые мы играли, где нужно ходить по помещениям старым советским, домам, квартирам. И я скажу, из всех, что мы поиграли, а вот конкретно эти, игры, где вот в помещениях, где вот в квартирах, домах, они были самые жуткие. Больше всего мне нервы трепали. Там, где на открытой местности или где-то там в переходах или еще где-то, мне не очень, не страшно. А вот в этих домах, блядь, эти бабайки и скоты, сука, прямо за спиной постоянно стоят, это вообще ужас. Так, алкохимик, что такое скидываешь? Что такое это? Не понял, алкохимик, что скидываешь? Ага, сейчас я сделаю вот тут.
Настройки игры. Фов. И ого, я люблю соточку, как в Квейке, чтобы все видеть, что у меня за спиной. 3-2-2, это какой-то мем? Расскажите мне, пожалуйста, про этот мем. Я не понимаю, это молодежное какое-то говно? Что такое 3-2-2? Статья какая-то? Раньше тремя цифрами смеялись над статьей. Какой-нибудь смешной. Там... За изнасилование шляпки гриба или что-то такое. Скуф не шарит за мемы. Да я ебал ваши мемы, блядь, которые нахуй даже просто не смешные, а просто какие-то сраные, блядь, цифры три подряд. А, это еще киберспортивная. Да вы вообще, что ли, игроки, охуели. Сейчас я быстренько узнаю, что за 3-2-2. Так, это связано с этим Вилатом, блядь, я вижу, да? CSGO, ой, блядь, Dota, это с Dota связано, что такое 3-2-2 и как это связано с компьютерными играми. В интернете часто можно встретить сочетание цифр 3-2-2. Ха-ха, и как смешно, мем из трех цифр, блядь. Люди, которые пристально следят за киберспортивными соревнованиями, а вы сейчас, вы девственники себя сейчас все спалили нахуй. Вы люди, которые пристально следят за киберспортивными соревнованиями. За усиками, блядь. Другие же пользователи всемирной паутины не понимают значения. Да иди нахуй, объясняй, блядь, в чем прикол. Сейчас просто еще даже сайт мне, блядь, будет это говорить, что я что-то не понимаю, блядь. Ты не понимаешь, наш говна съел, что ты говна съел, блядь, что ты говна съел. Из лучших российских игроков является Алексей Соло Бензин. На данный момент он играет роль капитана Virtus.pro. С ней Алексей выиграл большое количество турниров с призовым несколько миллионов долларов. И хуй мне задонатил, блядь, еще бы я использовал это. В этой игре команда Соло была фаворитом, поэтому победа их оппонентов оценивалась высоким коэффициентом 3-2-2. Ебать, это еще кэф на ставку, блядь, этих говнарей. Я вообще в шоке с ваших мемов. Нахуй, ребят, а когда вы так обмельчали, а? 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 Посетители, я вас умоляю, я... зрители. Когда ваша клоунада стала такой слабой? Он снова рос, а кубаной такой же. Да пошел он нахуй, бля, я его поймаю за яйца, откушу ему, сука, крайнюю плоть. Я, говорит, за любой форс, даже который не понимаю. Когда обмельчали, блядь, шутки вот так вот? Что это за хуйня? Мем из 2012 года, и вы его подняли? Труп вонючий подняли старый и принесли мне на стрим? 3-2-2-8, это уже интересней. 3-2-2-8, это даже смешно. Про 414, типа член в очко. А да это тоже было глупо, я, мне тоже это не нравится. Это было глупо, это было по молодухе. Что тут? Административная ответственность. Административная ответственность. Максим, 8-805-555-3535, помнишь? Ну, конечно, помню, но это же номер телефона. Че злой такой? А почему? Наоборот, это я вытягиваю злобу из чата и выплевываю наружу, и выплевываю в космос. А сам я очень добрый и позитивный стример. Я, понимаешь, между чатом злым, токсичным и миром я как прокладка, Винес. Я как спонжик, я, короче, как этот, как губная губка, я все впитываю, а, не, не губная, а какая там губка, блядь, помойная, какая она там, это же посудная, блядь, как она называется, ну, в общем, неважно, не, это Спанч Боб я все вытянул, весь страх, всю злобу и выплюнул, I'm your penis, спасибо, полывая, сосу из чата, морская, морская, точно, нет, морская, морская, морская. Как тампон? Ты еще хуйню скажи, Amazing Panda. Еще напиши этой дичи, блядь. Ты видишь, у меня сегодня маленькая пися. Так, а ну-ка. О, я думал, это кусок мяса, а это, оказывается, поджаренный. У меня сегодня маленький бачок, в который можно заливать злобу. Она сразу плещется за край. Это ты пожарил хлеб себе в масле вот так вот? Нарезал сосисон. Я думал... Подожди, это яйцо или мазь? Или это майонез поверх яйца? Нет, это яйцо. Молодец, молодец. Позавтракай, позавтракай. Ну и тут литр воды, литр воды. Это, знаю, с морковкой не перепутай, в рот не засунь случайно ножик. Ну что, поехали поиграем. Какой котик? Кто такой котик? А, вижу, вижу, прикольный тип. Это яйцо. Ну что, я хочу поиграть в страшную игру. Если честно, мне пох. Новая игра. Это история маленькой деревни. На первый взгляд она ничем не отличается от других деревень, но кое-что в ней произошло, что изменило жизнь всех, кто причастен к этой истории. Взгляните на это и вы увидите тайны, окутанные странным туманом. А также это история о человеке, который оказался в той деревне случайно и которому предстоит повлиять на исход мистического события. А дальше?
А дальше? Вам громко или сделать громче? Когда уже наша Раша на бусте? Когда-нибудь. Когда-нибудь ко мне не будет похуй, например. Я хотел вам предложить сегодня, знаете что, посмотреть на бусте. Сегодня вышел новый аватар. Или не сегодня, но вот, недавно. Помните, от Шьямалана был ужасный ремейк, блять, аватара «Легенда об Аанге»? Так вот, вышел еще один на Netflix. Как же болит голова! Аватар «Новая общага». Мой телефон не работает, нет сигнала. Каких нахуй 8 часов? Это что, сериал? Кажется, я заехал в деревню, становится поздно. Пойду смотреть. Так, что-то произошло. Ебать, ебать. Оп, а вот так? А вот так? Так лучше? Ну, может быть, еще чуть-чуть. Может быть, еще чуть-чуть. Ну, например, полноэкранный, FPS 60, вообще безлимитно. А вот здесь вот масштаб рендеринга, а вот здесь яркость, здесь высокий, я бы вообще все экстрим поставил, но у меня новый комп только в марте. Ну давай средний, посмотрим, насколько хуже. Применить. Применились? Да что за хуйня, я спрашиваю, блядь. Играю в эти игры, бля, где там не существует никакой, в принципе, оптимизации. Масштаб рендеринга. Что это вообще значит? 322 кадра. У меня есть идея. Скажите, если я вот сейчас вот так вот верну на высокие. Не, а вот так вот, смотри. Ёба, что я придумал? У меня аж звуки пропали. Применить. Назад. Нет, так у меня нихуя не пойдет. Я попал в аварию, судя по всему. Нужно найти помощь. Так у меня ничего не пойдет. Я все понял, ребят, я знаю, как настроить идеально. Сейчас будет высочайший класс прохождения. Бам. Потом. Бам, нахуй. Уничтожил это. Включил это. Оп. Теперь. Открываю чат на телефоне. И вы мне говорите, сколько же на самом деле там осталось FPS. Только без пиздежа. Как там... Как там эти пословицы, старорусские поговорки про тех, кто врет много? Вот запиздешь, в рот возьмешь, там еще какая-то есть. Кто пиздит, тот... А, трансвестит, точно, осуждаю. Вижу чат, но очень маленький, сейчас я как-нибудь по-другому сделаю. В эфире. Да вы все суки, понимаете? Смотреть. Да кто сделал это приложение? Гандуны, бля, из Твича. Дайте посмотреть, каким образом. Мой канал. Чат. Все, отлично, вижу чат. На максимуме. Проверяем. Ну что, как FPS? Полная жопа. А лучше? Лучше. Так, уже началось. Чем-то я так слякаю. Магазин. Магазин Сергеевич. Итак, я, короче, в старой заброшенной деревне. Мне нужно именно в магазин, никуда больше. Окей, я пойду. По говну хожу. Пожалуйста, помогите мне. Так, мне кажется, что ребятам в чате недостаточно громко. Я прав или нет? Мне кажется, вы сидите там, совсем ничего не боитесь. Вот, тема.
Я вот так себе сделаю. Ну, потому что я главный. Бля, жуть. Бля, кто кричит? Вот так нормально. А, записочка. Мы должны защищать наших детей. Они ни в чем не виноваты. Это была случайность. Нет, мы не будем трогать тело этой ведьмы. Сделаем вид, что ничего не знаем. Так будет лучше для нас всех. Если он ее найдет, то подумает, что это был несчастный случай. Он ничего не сможет сделать. Понятно, понятно. Они не стали хоронить ведьму, бля. Но теперь там шатается ее труп по дому, да? По магазину. По сельпо. А куда теперь идти-то? Ну, давайте кругаля дадим. Зай, только не кричи. А-а, не дают сюда. Так, там перекрыто, там перерыто. Может быть, с другой стороны где-то вход в другое место. Сейчас пошарюсь по деревне. Максим, понизь качество листвы и тумана, будет FPS. А я так понимаю, что здесь на улице мы недолго будем. Качество листвы низкие. Качество тумана низкие. Давай вот так вот. Да ну нихера не меняется на самом-то деле. А ну-ка, что у них в магазине? Детос! Легс! Как хочется есть! Take it! Нотмастер! Это про меня, ребят! Кто в чате? Ребят, смотрите, тут сколько? 6 нотмастеров. Я и кто? Блин. Сегодня испробую себя. Не забыл ли я это умение? Пронг. Пронгл. Крем. Крем битвин. И все. Нотмастер и крем битвин. Это все про меня. Кенди Панк, накидай материалов. Я сегодня буду возвращать свои чемпионские навыки с подросткового возраста. Нужно потрениться. Продаю гараж. Чё? Кто сделал? Кто сделал? Вытащили холодильник. Вот оттуда звонит. Алло? Не работает. Пропал ребенок. Ой, ты че меня пугаешь? Я обосрался, я уже стрим видел. Мне страшно. Ну да. Да, да. А можно мне? А, у меня есть. Не, горшок здесь даст. Секундочку. Пропал Никсель Пиксель? Миша. Ну пошли. Пересечем. Ведьму. Да ты чё, блядь? Ведьму, короче, заставили жить одну. Все нормальные люди рядом с магазином поселились, а ведьму выгнали на островок посреди нихуя. Это кто такой? Эй, вы можете мне помочь? Это кто такой, ёпта мать? Да он же дохлый. Я сидел в лодке на озере, когда увидел, что на воду опустился туман. И пытался плыть к берегу, но ничего не было видно. Наконец, когда я коснулся берега, то скорее побежал домой. Эх, в песне Киша! Потом я увидел, что моя жена застыла. Это как в песне... И, дорогие мои дети, неподвижны. Это отсылка на песню Киша! Я в испуге выбежал из дома, чтобы найти хоть кого-то, кто может мне помочь. Это отсылка на песню Киша. Прикольно, мне нравится. А-а-а! Ты чё нахуй? Я не могу кричать, все соседи уже спят. Это не человек. Киш говно, видели, кто там написал, ребят? Сначала обхуесосите его, а потом забаньте модеры. Подождите чуть модеры, пока его хорошенечко не захуесосит в чате. Песня называется «Рыбак». Супер тема.
Мне здесь привиделась такая смачная жопа, такая хорошая. Но всего лишь привиделась. Мне не сюда, судя по всему. Сидел на озере рыбак, лодки с удочкой дремал, к тому не замечал, как на воду лёд туман. А кто звонит? Ты чё, ебанутый? Телефон-то не работает, как ты звонишь? Не понял. Еще один такой пранк от вас. Подожди, это не там звонок. Дом пустила. Молодая ведьмочка, что за хуйня? Молодая ведьмочка, я не могу кричать, у меня создание. А где он? Стоп. Я только в чат на секунду глянул. Мне нужна, мне нельзя, у меня молодая семья. У меня молодая семья сверху и снизу и по бокам. Я не могу кричать их будить. У меня уже 1:30 ночи. Надеюсь, они не только ложатся, я сейчас начал орать, а уже спят. Я их предупреждала. Эти маленькие пакостные дети не должны были издеваться над ним и над его куклой. Я говорил... Кто торчит, сука, я читаю. Я говорил их родителям, на что толку, если они и сами такие же. Еще и меня назвали сумасшедшей. Короче, тут, блядь, в записках от всех, от ведьмы, от третьего лица, от детей, от сыновей. Что за звуки, не знаю, мне вообще ужас испытываю. Кто это? Я не пойму, это что такое? А, понял. А там рыбу сушат. Так, вот такая вот игрушка, ага. Зря не трогали его игрушку. Ну пошли. Что-то начало, тут что-то покачиваться начало. Ребят, вам не слишком тихо? Может громче сделать? Что такое? Что урчит? Я не буду кричать, не пугайте. У меня родители, у меня дети, у меня соседи спят. Что-то там внутри вижу. Не получилось зайти. Может быть теперь топор? Нет. Сюда? Нет. На лестницу? Нет. Беги. Извините, я должен был проверить, мне кто-то что-то писал, насколько это важно. Это оказалось совершенно не важно. Это вот это кто такой? Скотоублюдок. Кто ты? Он будет резко дергаться на меня? Нет, он просто загородил меня. Ну что ж, я пошел дальше. К тому же свет в конце туннеля. Кто это делает? Да кто это делает? А! Ребят, вам погромче сделать? Бар бабьи слезы. Пожалуйста, помогите нам. Ребят, погромче сделать? Ой, блядь, бар бабьи слезы. Они сожгли ее. Чё, блядь? А, Макуджин из Текина. А ну-ка, да. Пати. Сожгли кого-то. И он какнул запиской на стул. Вы все виноваты. Я ничего плохого вам не делал. У меня был единственный друг, моя кукла. А, ну для мальчика это нормально. Ну, если она ростовая, и у нее есть мягкие места. Но вы смеялись надо мной. Вы даже отняли у меня самое дорогое. Я показал вам, каково это. Вы будете вечно жить в муку. И это никак не изменится. Злой ублюдыш. Бешеный ублюдыш.
Да кто орёт-то постоянно? Мне надо убегать от этого или как? Или ждать? Они что, все на меня развернулись? Вот это тот самый дом, да, в который я должен был прийти? Ничего не видно. Стал колдун, одержим друг злом. Ну что ж, сердце тьмы, ребят, я в сердце тьмы. У кого-нибудь есть фетиш, как этот, страшный фетиш, как называется? Fear, фобия на старые дома в деревне, на домик в деревне. Есть такое? Я в деревне жил. Я был у старого колодца. То, что я там увидел, и то, что мне говорил Лука, это правда. Они должны поплатиться за это. Я должен их наказать. Так, мы узнаем уже теперь одно имя. Лука. Ой, там какие-то ведьминые значки, что-то там пентаграммы. Вообще, что ли, это дьявольщина какая-то. Доходим. Это что, блядь, это куртка? Да ну нах. Почему такое маленькое, узкое, это вот это вот? Сейчас я еще хочу посмотреть. Оно мне сначала рекомендовало вот такой вот. Не, подожди, или вот такой вот. Очень маленький фонарь. Не, так я вообще обосрусь. Так ничего не видно. Очень маленький фонарь, ничего не видно, очень тусклый. Со слепыми пятнами получше как-то. Ой, что-то я боюсь. Очень слабый фонарь. Закрыто. Блядь. Оно специально будет всегда закрыто, чтобы я разворачивался. А сзади уже стояли бабайки. С ёбкой наготове. Это ж, бля, я второй раз усрался этой херни. Оно выглядит, вот эта вот штука, вот эти два вот эти шарика, выглядит как глаза. Шляпа, вот эта вот грудь. Но куртка, конечно, охренеть. Стиль убийцы. Никак. О! А, нет. Блядь, кто-то ходит тут. Обе двери заперты. Ну давайте хорошо исследуем помещение. Мне послышалось? А! Падла. Падла, она собирается меня пугать. Куколька. Ой-ой-ой-ой-ой. Где? Иду. Блять, обходить надо. Не трогайте меня, не трогайте. Алло? Что я тут делаю? Надо уходить. Первая умная мысль за всю игру. Блин, нахуй с этой деревни. Пошли. Она сейчас выйдет из темноты на меня. Кто-то запер дверь снаружи. Но на всех окнах установлены решетки. Нужно найти другой путь, как отсюда выбраться. Окей. Это вот эта мразь тут ходит. Блять, третий раз чуть сердце не остановилось. Сюда все еще не пускают? Иди нахуй, банубас. Пока не пускают. Будем обследовать. Мониторить. Оп-оп. Опа. Сейчас она, да, проявится. Сейчас проявится. Сейчас эта хуйня придет за мной.
глаза уже болят. Вырубай нахуй, вырубай. Вырубай, вырубай. Ты еще что? Мипо из Доты. Вижу тень, его руку вижу. Что тут происходит? Что это такое? Может, это баг? Понял. Теперь все изменилось. Записочку оставил. Это должно было случиться. Когда я увидел того мальчика в окно, я понял, что он увидел то, чего не должен был видеть. Мне нужно его опередить. Чего не пойму нахуй? Ничего не пойму нахуй. Кто там? Это что за хуйня? Это были все те же шмотки. Это Аркаша был. Аркаша, стой! Эти стуки, вот эти приколы со звуками. Что мне здесь нужно найти? А, записка. Прошло 2 недели с момента исчезновения моей мамы. Нет никаких вестей. Я ходил к участковому, но ему нет до этого дела. Он сказал, что это? Он сказал, что она ушла из-за меня. Но я знаю, что она бы так не поступила. Она меня любит. Я с ней точно, с ней что-то точно что-то случилось. Что, например? Кто маму обидел? Аркаш. Так, ладно, я пошел обратно. Эту записку я читал, да, читал. Через Маш, как. Макс, как пищоночек мышишь? Как мышоночек пищишь? Да нет, я вроде довольно спокойно реагирую. По-мужски. Как выключить эту срань? Что с лестницей делать? О! Я могу говорить, что чувствую только свои кукле. Лука всегда меня слушает. Лука мой друг. А, Лука это кукла. Что-то случилось? А что-то произошло, я не понял. Аплодисменты. А тут стоит лестница. Нет, не делай. Hello. Чердачок вот такой. Ведьмы тут нет. Аэрофлот. Записка. Прошло 4 недели с момента исчезновения. Лука мне сказал, что виноваты дети. Он передал мне письмо от матери и сказал, что я должен узнать правду. Лука, короче, блядь, кукла нахуй, хуйню на все голову убила. Где мама на самом деле? Кто стоит? Никого. Сейчас мне пердак ведьма будет разрывать. Это что такое? Охренеть.
телевизор. Записка. Раз. Что такое, кто-то мою машину считает? Раз, двери запираю. Два, глаза закрываю. Три, место себе найди. Четыре, не дыши. Пять, чувствуй, как сердце стучит. Шесть, жди. Бред. Лестница упала, нужно срыгнуть. Ну давай. Блин, тяжело приземлились. Окей. Куда теперь? Симпатичная ведьмочка. Почти феечка. Почти Винкс. Не понял. Перхоть. Хайпует плесень. Старая жопастая. Тут потайная дверь, где-то должны быть ключи и лом. Опа. Чтобы открыть замок, использую подсказки. К телефону надо пойти, да? Пошли. Пойдем. Это кто? Ваза. О, есть. Но говорит, что чувствую только свои кукле. А то мы читали. Тварь напевает. Отстань. Ключ номер один. Ничего никак не использовать, да? Даже другой подсказкой. Пошли сюда, значит. Не открывается. Не поддается. Заначки, закладочки. О! Быстрее! Ключ где? На подоконнике. Это что такое, кукла? Ключ где? На подоконнике. На подоконнике где? Здесь, вот здесь? Вообще какать буду. Подоконник. Ключ. Ок, да. Быстрее, тазик. Это не подсказка, это мы уже читали. Это должно было случиться. А-а-а, тварь! Ох, сука! Лом. Ломик. Не смейте меня пугать. И я обосрался в реальности. Твой расчет. В игре такой функции нет. Вот такие вот они. А что такое они? Это без СПФ что ли загорали? Лицо красное. Так, ладно, я пошел обратно. Тихо. Мало, надо еще один ключ. Что там она закрыла? Что-то она где-то лазает, закрывает. Опа! И где это? Он нашел его. Третий ключ в шкафчике трилежа. Я такой, если честно, и не помню. Я на такое, если честно, и не обращал внимания. Оно? Да нет, это не оно. Тут точно нет. Оно? Не оно, там какие-то тюбики стояли. Ебанушка! Так. Иди нахуй. О, похоже на тут, вот, похоже вот тут.
чё? О, еба. Все, три ключа было. Старая сволочь карга. Открываем. Старая сухая сука. Что за место? Что это за место? Дом был в два раза меньше. Сука такая ходит. Уже меня поджидает. Записочка. Тихон, я пойму тебя, если ты будешь на меня злиться. А, Тихон. Я не знала, что в глубине... я знала, что в глубине души ты хотела иметь настоящих друзей, и тебе не хватало живого общения с другими людьми. Я не могла никого близко подпускать к нашей семье, иначе они узнали бы нашу тайну. И то, что случилось со мной сейчас, случилось бы намного раньше. Ты был добр ко всем, но они этого не заслуживали. Я хотела для тебя лучшего. Моя мать, твоя бабушка, научила меня многим вещам. И также она говорила мне не доверять людям, ведь они боятся таких, как я. Дебилки. А сатане служили, еще малой на этом отыгрался. Кто кушает? Кто лакомится? Сука. Хрум-хрум мутит. Ням-ням-ням. Кто? Что, не варик, не откройте дверь? Мне надо здесь просто походить, пошататься. О, эта тварь в клетке сидела секунду назад. Желтая аппетитная бутылка. Она сзади меня плачет. Это for real? Is this a fucking real? Сухая соска. Дверь открылась? Нет. Нет! А что я сделал? А чего я не сделал? Это что за хуйня тут? Опа, баба. Давай же, включайся. Пожалуйста. Оп. Та-да-дам. Опа. На вот этом проводе можно пролезть нормально? Вот такие куклы у него были. Ёшкин кот! И как же он с ними игрался? Он, скорее всего, не делился, зато его пацаны вздрюкнули. Я бы так же поступил. Это чё, бля, вы чё? Полный дом игрушек. Чем недоволен был? Это заблокировали мне вход. Не хотят меня туда пускать. Уф-уф. Fucking yes. Пожалуйста, помоги нам, мы здесь. Дядя. Они просто... Заткнись, не мучайся. Где они? Дети просят, чтобы я им помог.
собираю. Два. Глаза закрываю. Куклы закрыли глаза. Три. Место себе найди. Ну вот тут, например. Вот тут. Четыре. Не дыши. Все, не дышу. Пять. Чувствуй, как сердце стучит. Ну, есть такое. Шесть. Жди. А кто дышит? Да хуйня побежала на меня, что ли? Где он? Он меня ищет, что ли? Со мной воюет сатана. Я могу идти? Я не дышал. Пустите. Идет. Сюда. А куда? А покажите, куда? Ты чё? Ну ничего, симпатичная. Чё там? Ё-моё. Как бояться? Пока что игра больше, чем напугала, взбудила. Узники. Унзики. У меня же голова закружилась в этой игре. Бля, ребят, отпустите, я не местный. I'm not from here. I'm from USA. I'm transgender from curling. Команда по curling. Женская сборная по curling. Шестеро детей издевались надо мной. Они издевались из-за того, что я был слишком добрым, из-за того, что я не такой, как все. Шестеро? Они были причастны к убийству моей мамы. Я смог поймать и наказать пятерых. Они так хотели домой к своей маме и папе. Я позволил их родителям найти детей на своем пороге, но то, что они увидели, они не могли поверить своим глазам. Их дети были изуродованы, теперь они будут страдать так же, как и я. Я понял. Ведьма вырастила сумасшедшую детину, который поворовал детей. Кто плачет? А кто тот, кого он не нашел? Кадров! Опа. Чё Гегера зашкаливает? Осуждаю. Что-то вскрыть может быть? О! Опа. Сербская леди. Тесак не забрать никак. Чё тут? Книга из человеческой кожи. Дьявольщина. Записка. Дорогой сын, не бойся смерти. Смерть — это перерождение. Ты многое сделал, настал новый этап. Пусть думают, что победили тебя. Это их уничтожит. Яху! Блюдочек. Блюдончик. Они же хотят, чтобы я просто вернулся. Только не дергайтесь. I fucking can't. Иди сюда.
Да, а куда? А, вижу. Там кто-то есть? Что это? Тяжело понять, ведьма танцует там. Не дадут выйти? Нет. Через этот не пролез теперь. Здесь можно зайти? Нет. Что она мне указывает? А, вот же. Опа. Камеди ТВ включай. Заперто. Заперто с двух сторон. Что такое? А вот оно здесь все стоит. Здесь дитечки были. Ну ничего, у него радиоприемник был. Юмор ФМ слушал. Я видел, что он сделал с одним из нас, с тем, кто не успел спрятаться. Это было ужасно. Он сказал, что вернет нас родителям только в таком виде. Это была правда. Что он их нафаршировал? Что он их испачкал, может быть? По факту резик второй, да. Он отрезал нам язык и зашил рот. Зачем? Масло масляное. Чтобы мы не могли кричать. Он хотел, чтобы мы с ним играли. Мы просились домой, сказали, что нам жаль. Но он ответил, что придет время, и родители нас еще увидят. Как вы сказали? Как вы это могли сказать? Маньячелло. Он же вам язык оторвал. Какие-то рисуночки. Ага. Куколки. Егоша. Что, кто на меня, сука? Он сзади, я знаю, я не оборачиваюсь. Бегает. Ну и что я тут? Для того, чтобы провести ритуал, возьми куклу, книгу, свечи и зажигалку. Сожги его в круге, а затем сожги дом. Куклу, книгу, свечи и зажигалку. Ну давай искать свечи. Книгу типа уже взял. Зажигалка. А кукла не вот эта, да? Не вот эта. А какая? Здесь ничего такого нет? У меня от этих игр я нервничаю. У меня, короче, гастрит развивается. У меня живот болит.
не пускает. Вот она, сука, Страшко. Ну, получается, я все взял. Пойду сжигать. Это глохо, ребят, было. Записка уже... Записку эту я уже читал. Он сидел на старой записке. Поехали. Сатана. Я могу уходить? Ты же еще сам дом сжечь? Не понял, это что еще кто? Спасибо. Без Б, без проблем, без вопросов. Давно вопрос. Ты не представляешь. Ох, мое почтение. О! Уходим отсюда, нужен бензин, я сожгу этот дом. Согласен, согласен. Давай ищем бензин. Сдох, мое почтение. Очень красиво. Четенько сдох. Какую-то волну света в меня дал напоследок. Мне сюда не нужно? Не, навряд ли. Бензик. О, буквально, там пусто. Таки чего? А где взять? Наверное, снаружи. Наверное, бензик где-то в тачке. Все, я пошел отсюда. Ищу бензин на всякий случай, есть ли какая-нибудь бочка. Это читали, да? Да. Нет. Не пускает. Опа. Говно, месим это такое, ничего не пойму, ничего не видно. Загрузка. Все, это концовка. Я... О, горит домик, горит. Я считаю до 6. Я за это 500 рублей отдал. Не бомба, Влад. Рефаунд. Не заслужили 500 рублей. Овер дохуя поставили. Это кошечка? Ладно, может тогда оставлю. Ну да. Я думал, у меня задница завибрирована. Алло, служба спасения, что у вас случилось? Да, забейте. Здравствуйте, вижу, как горит дом заброшенной деревни. Вызывайте пожарных, сейчас объясню, где я нахожусь. Гриша. Мурчит кошечка. Недавно я наблюдал за одним блогером, он рассказывал, что не верит во все по-нормальному и даже бывал в домах, где по словам очевидцев что-то происходило, но он не находил никаких доказательств, пока однажды не приехал в заброшенный пионерский лагерь. Честно говоря, я ему не поверил, потому что все, что он снимал на видеокамеру... Подожди, это от тех же разработчиков, что Summer 68, да? Или какой там, 58? Это про меня? Походу, да. Да, бля, офай нахуй. Уже это конец? Это конец?
Ладно, ладно, не буду забирать деньги у российского игропрома. Запятая пропущена, да, рефаунд? Не вижу. Ебля, Ямика Геймс. Ямика, выходи раз. 55 минут. Я какое-то, кстати, достижение не получил. Вот просто из интереса. А какое? А как проверить все достижения? Есть списочек? Или ты типа не знаешь? Исправлены ошибки. Там были ошибки. Хочу посмотреть, где вот это вот. А где, подожди. Не понял. Это насколько давно было? Ирстуфетом. Дитики. Да вот же оно, тут, прям рядом. От них же, да, вот это вот, от тех же разработчиков. Что мы с камерой там ходим по старому заброшенному лагерю. Не знаю, я устал играть в это. Вот эта последняя была слабовата. Она была слабовата. Давайте фильмец какой-нибудь посмотрим. Найс, я придумал. Давайте какой-нибудь фильмец посмотрим. Охуенно придумал.